Локомотив «Торпедо». Значит, торпедовцы две последних игры проиграли на выезде. Тяжелый выезд у них получается. И с последним местом, не с последним, а с девятым местом у них там 8 очков разрыв. Стараться будут, конечно, но «Локомотив» дома играет. Они победили две игры. Запас прочности у них практически одинаковый. Я думаю, что они оба попадут в плей-офф. Но дома «Локомотив» сейчас выглядит неплохо. И уже идет подготовка, как у всех команд, которые претендуют на плей-офф. Будут играть как бы такая стыковая игра между собой. Там 2 очка или 3 разрыв. Я думаю, что «Локомотив» дома должен победить. Все-таки с выезда играть тяжело для торпедовцев. Они, конечно, все преимущество получают у себя дома. Дома они играют просто замечательно. На выезде не очень. Но будут стараться, но я думаю, что «Локомотив» победит в этой игре.